Приветствую вас. Во-первых, слова мужчины означают, что он боится или еще не готов к серьезным отношениям. Он не готов брать на себя ответственность за них. Ну, за серьезные отношения. Человек не хочет выходить из своей зоны комфорта. Как он это делает, по его мнению, каждый раз, когда поступает так, как хочется вам, но не так, как хочет он. Это первое. Второе. Можно говорить о том, что изначально ваши отношения были выстроены, ну, я бы сказал так, что на не совсем корректных основаниях. То есть он хотел серьезных отношений и любви, вы, вероятно, тоже хотели бы чего-то такого. Я имею в виду отношения тоже, любви. Ну а сами люди как-то за этим всем теряются. Как-то сами люди за этим всем становятся менее важны. Вот, вы пишете, что на расстоянии встречаетесь и такого рода взаимодействие имеет смысл только когда есть четкое понимание того, что необходимо для постоянного времяпровождения вместе. Вот. То есть, если вы встречаетесь на расстоянии, то есть вероятность, что все так и останется на расстоянии. Понимаете? Основная проблема здесь, конечно, в том, что вас ранили его слова, и вам очень больно из-за его слов. Такое ощущение, да, как будто, ну, не знаю, как будто забрали у вас что-то. Забрали что-то очень важное, что-то очень ценное, что-то, чего вы хотели. Вот. И вот тут-то как раз и необходимо определить, а что же вы хотели, чего вы хотели, чего вы хотите. Почему отношения вам с мужчиной так важны? Чем они для вас важны? Что вы хотите от них получить? Что вам нужно от них получить? В чем вы нуждаетесь? Вот
это то, что необходимо вам преследовать. То есть причина боли вашей нуждается в раскрытии и в коррекции. Вот. Боль, она свидетельствует о том, что есть какой-то конфликт, есть противоречие, которое вы сами разрешить не в силах. Ну, по-видимому. Вот. И, соответственно, в этом ключе нужно двигаться. В этом ключе необходимо двигаться вам. Потому что мужчина, он действительно может быть не слишком уверенным в себе, мужчина действительно может сомневаться в себе, мужчина действительно может не знать, чего он хочет. Вот. И так далее. То есть это все моменты действительно важные. Вот. От которых вы сейчас находитесь, ну, в зависимости. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Поэтому тут вот нужно проследить за тем, что составляет природу, причину вашей боли. Да, то есть, ну, из-за чего вы чувствуете боль. Ну, еще такую сильную, что хочется выйти. Вот. А вот примерно. Примерно. Такой ответ я могу вам дать. Опираясь на то, что вы написали. Так, подскажите, пожалуйста, с мужчиной в отношениях 7 месяцев вместе не живем, встречаемся по возможности, поскольку расстояние не близкое, почти всегда на связи по мобильнику. Ну, тут, да, почти всегда на связи по мобильнику, зачем? Его инициатива изначально была познакомиться с моими родителями, познакомиться, наверное, с моими родителями, сказал, что хочет именно серьезные отношения и любви. Но опять же, здесь вопрос, с чем связано такое желание, почему человек хочет серьезных отношений. Вот. Для чего ему это нужно? Именно ему. Это важно понять. На мой взгляд. По крайней мере. Дальше. Так, встречаемся, так, значит, за это время я его полюбила, и он нравится моим родителям. Ну, смотрите. Um,
за это время я его полюбила. Пишите вы. Ну, хотелось бы, конечно. Спросить у вас, что именно вы вкладываете в полюбила. Вот. Что для вас? Любовь? Что вы чувствуете? Ну, вот. Это можно было бы поисследовать. Дальше. Так, сам жених пишет мне знакомиться с его родителями, с его мамой, недавно сказал, что ему очень хорошо со мной, значит, так, ну вот, это я, об этом я говорил, меня это очень ранило, чем внутри так больно, что хочется выйти, от чего больно, вам, Татьяна. А подскажите, как поступить в данной ситуации, как поступить в данной ситуации, чтобы что? Как поступить, чтобы что? Потому что пока не очень понятно, что вы хотели. Что вы хотели бы. Что означают его слова? А что означают эти слова для вас, Татьяна? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.